Пару слов про покрышку Schwalbe Ice Speaker Pro на кевларовом корде. Очень легкая, вообще ничего не весит. Вот смотрите, как это работает. То есть есть огромное количество шипов. Один по центру и много по краям. И вот центральные шипы набиваются камушки, набивается песок, и потом это место разбалтывается. Шип может выпасть. То есть я так понимаю, что периодически нужно брать покрышку, там внутри, видите, песчинки, эти все песчинки оттуда вычищать, иначе шип, видите, как деформируется сам протектор, и почти в каждом центральном шипе, ну, смотрите, какие куски кремния, это все может испортиться. То есть вот боковые нормально, а вот все центральные, видите, там внутри, вот где-то вот здесь вот сбоку набился песок. А так покрышка, конечно, очень легкая, прям вообще ничего не весит. Приятная такая на ощупь. Но вот где-то умудрились даже на таком высоком протекторе пробиться. Сейчас вот поменяю камеру и поеду дальше велосипед кататься. На покрышке указано давление от 30 до 60 пси. И видно, что на пониженном давлении катались. И немножечко начал обод протирать покрышку. Я сейчас до 50 накачал, и прям пощелкивает покрышка, слышно, как она садится на свои посадочные места. Соответственно, сейчас на улицу, когда мы ее вынесем, давление немножко упадет, где-нибудь там до 40 пси, это будет нормальное такое среднее значение от 30 до 60. Прям слышно такие пощелкивания. Так что нельзя качать слишком слабо, особенно если вы качаете в теплом помещении, а потом выходите на улицу.